Один. Раз, два, три, четыре, пять. Один, один. Да-да-да, я жду. Я не тороплю. То есть первые ряды будут заняты, да? Вот эти вот. Ну, два отсека. Угу. Ну и хорошо. Это отсюда будет, да, на экран выводиться? Угу. Хорошо. Здорово. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Два, два, два. Раз, два, три. Одиннадцать. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, раз, два, раз, два, раз, 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 два, один, раз, два, три, четыре, пять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, раз, два, три. 115. Раз. Раз, два. Раз, два, три. Один, два, три. Раз, два, три. Раз. Microsoft PowerPoint. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз. Нормально? Будешь оканчивать, а вот Гена. Ой, вошел какой-то молодец. Хорошо, хорошо, я здесь буду.
Она же так вот походка. Да. Надеемся, что да. Ага. А там же, да, он там на разу сидишь. Там пожиранием пропуска. Так, я, наверное, тогда вот это поставлю туда. Ну, он гений поставил. Да, это гений. Слушай, ты не хочешь попросить Лену все сделать, чтобы меня не бросать? Чего говоришь? Попросить Лену все сделать, не хочешь, чтобы меня не бросать? Thank you.
Я могу чуть пониже сделать.
Да, спасибо. Через кого? Через ту же девушку, да? Ладно, хорошо. Thank you.
Это пинтер шоу. Специально подложечка. Алло. Спасибо. Отключи на телек, пожалуйста, Саша. Можешь? На большой телек включи. Вы хозяйка. Мы уже заводимся. Да. Коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать. Спасибо. В таком небольшом количестве, мы думаем, что это лучше. Избрались лучше. Погода мы постарались сделать, так что сразу брали дождь. Пытаемся пробить. Значит, коллеги, мы сегодня начинаем такой цикл наших встреч-семинаров. Компаньоны, которые проходят у вас в квартале, посвященные самым различным новым образовательным технологиям. Надеюсь, что вам это будет интересно. Вы станете нашими гостями, постоянными, очными и заочными. Надеюсь, что мы будем дружить вместе в проекте. Значит, сегодня нам в организационном семинаре помогает Мирс. Они вот перед нами, и, собственно говоря, основные слова сейчас Александр Дач, как заместитель руководителя института Ленинграда, расскажет нам о своих позициях и представит наших основных задачи. Спасибо. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу вас поздравить с открытием вот такого совместного проекта, который был задуман нашими организациями. Мы тут по соседству располагаемся. И это послужило, так сказать, хорошим основанием для того, чтобы вот эту задумку, на самом деле, в течение 2 недель буквально реализовать. Поэтому, может быть, не все с точки зрения традиционных моментов нам удалось сделать, как мы делаем это обычно. В частности, многие, кто зарегистрировался вчера, сообщили, что они желают остаться в такую погоду у себя на рабочих местах и... участвовать в нашем мероприятии в режиме интернет-конференции. Я думаю, что сегодня после окончания нашего семинара мы как раз с вами вместе посоветуемся, в какой форме лучше все проводить дальнейшие семинары наши из этого цикла, потому что мы планируем в течение года где-то порядка 6 семинаров, посвященных самым актуальным темам, тенденциям в области применения информационных технологий, новых педагогических методик в инженерно-техническом образовании, причем на всех его уровнях. Потому что сначала мы задумывали эти мероприятия, ориентированные прежде всего на высшее образование, но вот как раз, когда мы обсуждали с профессором Ча, который представлю сейчас, он является руководителем сети кафедр ЮНЕСКО и организаций инженерно-технического профиля в Китае. Также он член совета управляющих нашего института ЮНЕСКО по информационным технологиям и образованию. И еще одновременно он профессор высшей инженерной школы университета Лёвен в Бельгии. И когда мы обсуждали вот презентацию, которую он подготовил,
Я понял, что сегодня невозможно говорить о инженерном образовании, современном инженерном образовании, как такой стержень построения успешной карьеры в развитых экономиках, в развивающихся экономиках. И если не учитывать связь высшего образования с общим профессиональным образованием, начальным профессиональным образованием, и также с системой после дипломного образования вплоть до аспирантуры и докторантуры. Об этом как раз будет сегодня презентация профессора Ча. И, в общем-то, вот на основе этой модели, которая сегодня будет представлена, мы хотим организовать вот этот цикл семинаров. Здесь будут рассмотрены не только какие-то теоретические подходы, современные модели организации подготовки инженерно-технических кадров, но также будут представлены практические наработки, программные, инструментальные средства, педагогические методики, которые уже используются или предлагаются к использованию. Причем эти методики разработаны как в университетской среде, в исследовательской среде, так и нашими партнерами из IT-компаний, которые являются стратегическими партнерами многих вузов и также выступают в качестве стратегических партнеров ЮНЕСКО. Ну, в общем-то, хотелось бы, чтобы наши семинары проходили не только в режиме таком классическом, когда кто-то говорит и все слушают, чтобы это все-таки подливалось некое обсуждение, рекомендации. Вот мы, в общем-то, сегодня и хотим закончить вот после наших докладов именно таким обсуждением, когда мы могли бы определить, что вас больше интересует, какие темы вас будут интересовать, потому что у нас материала достаточное количество, и мы можем гибко реагировать на ваши потребности. Ну, в общем-то, все остальное я хочу сказать в своей презентации, но, конечно, это я понимаю, это такая некая рекурсивная функция, когда я сам себя вызываю, я думал, что меня представят и дадут слово, потому что мой первый доклад, вот он как раз здесь. Спасибо, я тогда приступаю. Так. Можно сидеть? Тут немножко неудобно. Итак, я вам говорил, что я представляю Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям образования, где я работаю национальным программным специалистом. И сегодня хотел именно как такой начальный посыл нашему семинару дать. В общем-то, доклад связан с тем, почему мы здесь, почему мы вместе с вами, почему мы вместе с Роснано. Но все это я хотел изложить с точки зрения политики ЮНЕСКО в области применения ИКТ в образовании в целом и, естественно, в приложении к той области знаний, которую вы представляете. И, конечно, основные моменты, которые хотелось бы здесь затронуть, то есть это взгляд ЮНЕСКО на проблемы обеспечения качества и равного доступа к образованию. Это вопросы, связанные с ИКТ, компетентностью и профессиональным развитием педагогических работников. Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать вас от лица Бюро ЮНЕСКО в Москве и нашего института. ЮНЕСКО представлено многими организациями в России, но вот две основные такие структуры – это региональное бюро ЮНЕСКО, который возглавляет господин Бадарч, он является и исполняющим обязанностями нашего института. И наш институт, так называемый институт категории 1 ЮНЕСКО, хотя он расположен на территории России, он является структурным подразделением ЮНЕСКО, то есть это фактически некая такая вынесенная часть ЮНЕСКО. И таких институтов в мире всего 7, которые работают в области образования. Каждый занимается своими специфическими вопросами, и только наш институт занимается вопросами
чисто применение КТ в образовании на всех его уровнях, во всех его секторах. Ну, прежде всего хочу отметить, что взгляд ЮНЕСКО на проблемы, связанные с применением ИКТ в образовании, относится к более глобальной проблеме формирования общества знаний. Это является сегодня одним из важнейших приоритетов ЮНЕСКО. И при этом ЮНЕСКО рассматривает глобальное общество знаний вот с точки зрения таких формулировок, что сегодня наиболее востребованной становится способность человека к творческой деятельности, которая включает аналитическую обработку информации для выработки новых знаний. И также отмечается возрастающее значение информации для развития экономики и социальной сферы. И причем в самом широком смысле и на всех ее уровнях. То есть не только для развития в целом, так сказать, глобальных систем, но и также микросистем экономических, начиная от самого человека, потому что сегодня вот на этом уровне мы с вами представляем тоже некую систему, так сказать, элемент системы экономической, социальной, на котором очень сильно отражаются те тенденции, связанные прежде всего с передачей знаний и трансформацией в производство товара или услуги. Какие сегодня вызовы общества? Ну, наверное, вам они знакомы. Это прежде всего быстрое обновление знаний, это возрастающая потребность высококвалифицированных специалистов, резкое увеличение используемой информации в деятельности человека. И при этом ЮНЕСКО особо отмечает, что вот то самое глобальное общество знаний должно быть инклюзивным, то есть комфортным для всех его жителей, работников, ну, в том числе для учителей, преподавателей, профессорско-преподавательского состава тоже. Естественно, что общество знаний и процесс его формирования носит в большой степени инновационный характер. И в своих документах ЮНЕСКО отмечает, что формирование социально ориентированных инклюзивных обществ знаний возможно только через реализацию инновационных подходов к развитию экономики и социальной сферы на основе накопленных объемов знаний, которые постоянно обновляются. И все это происходит в рамках процессов информатизации, ну, фактически всех сфер человеческой деятельности. При этом информатизация является вот тем важнейшим фактором структурных инновационных изменений. Какие тенденции сегодня мы наблюдаем, связанные с вот таким глобальным проникновением и вездесущим проникновением информационных технологий? Ну, прежде всего, использование интернета на всех уровнях, я повторяю, начиная от макроуровней и кончая индивидуальными пользователями. Это социальные сети, которые сегодня используются все в большей степени, ну, не только для общения такого частного, личного, но в том числе для решения профессиональных задач, для получения новых знаний, для организации образовательного процесса. Это объединенные коммуникации, интеграция различных устройств, систем связи, начиная от мобильных устройств и заканчивая там мейнфреймами, то есть суперкомпьютерами. Это, конечно, возрастающие объемы информации, о чем я говорил. Это сотрудничество, причем сотрудничество часто между субъектами экономики, которые вот до недавнего времени были конкурентными. Мы сегодня видим, что часто компании крупные, особенно в области информационных технологий, для выполнения каких-то передовых инновационных проектов используют, так сказать, возможности работы со своими конкурентами. Вы это видите на примере и как различных бытовых устройств, так и при разработке крупных программно-технологических комплексов. Это включенность, о чем я говорил, то есть возможность сегодня
различным категориям населения, вне зависимости от их местоположения, от социального статуса, от демографической ситуации, быть включенными в процессы генерации и использования знаний, что раньше они не могли. Это рост новых процессий по профессии и, конечно, это влияние информационных технологий на качество жизни. И при этом необходимо отметить, что сегодня основные экономические и социальные силы концентрируются вокруг сфер деятельности, напрямую связанных со знаниями и прежде всего с образованием. Ну, в общем, поэтому мы здесь с вами вот и обсуждаем эти вопросы. И как же вот эти процессы проникновения информационных технологий влияют на образование? Ну, прежде всего, это ориентация на инновационные педагогические практики. Причем не только сами по себе в качестве эксперимента какой-то новой педагогической методики или элементов методологии, а это прежде всего направлено на повышение эффективности учебного процесса. И причем вот это повышение эффективности учебного процесса связано не только с использованием каких-то новых элементов или инструментов в рамках существующей модели образовательного процесса, но прежде всего изменение самого понятия образовательного процесса, когда роли участников образовательного процесса сегодня резко могут отличаться от тех ролей и позиций, которые присущи вот традиционному образовательному процессу. Это персонализация. Персонализация, и сегодня будет этому посвящено у нас третье сообщение Дмитрия Изместьева, которое я позже представлю. Это ориентация на потребности конкретного учащегося, конкретного слушателя, студента, школьника, даже в рамках группового обучения. Еще один важный момент – это то, что изменения, которые связаны с проникновением информационных технологий в образование, происходят именно сейчас. То есть сегодня нельзя сказать, что да, вот появились новые программные средства, и мы их послезавтра будем использовать. Моментально, происходит адаптация существующих методик, технологий, организационных процессов к новым изменениям, связанным с внедрением новой техники или технологии. Это проблема насыщения рынка труда и связанные с этим проблемы экономического роста, конечно, влияние вот этих технологий, которые используются в образовании, на жизнь человека в целом. При этом, несмотря вот на наличие такого огромного технологического импульса, фактора или там набора инструментария, основным носителем, генератором и одновременно потребителем знаний является человек, потому что он связан непосредственно со знаниями. И при этом необходимо учитывать целый набор факторов, которые влияют на образование сегодня. И часто мы просто не осознаем, где и как они проявляются. Поэтому, естественно, иногда голова идет у нас кругом. И здесь роль университетов, прежде всего университетов инженерно-технического профиля, очень, очень важна. Почему инженерно-технического? Потому что знания, связанные с технологиями, информационными технологиями, прежде всего относятся к этой сфере. И сегодня мы должны отметить, что роль университетов, она немножко изменяется. Прежде всего, это центр инновационного развития не только того места, где существует сегодня университет, а за счет использования сетевых технологий роль университетов возрастает как центров развития в масштабах региона, страны и даже на уровне международных разделения
труда и услуг. Университеты становятся активными субъектами новой экономики, а не только как классические такие накопители и распространители знаний. Но очень важно, что университет сегодня становится с таким связующим звеном между школьным и профессионально-техническим образованием. При этом понятно, что в целом вот важнейшим звеном системы образования в обществе знаний является школа, потому что там зарождаются те навыки, прививаются те навыки, формируются те начальные компетенции, которые должны в дальнейшем развиваться в системе профессионального или высшего профессионального образования. И вот одним из слабых звеньев, к сожалению, вот российской системы образования, подготовки кадров, как вы знаете, является то, что у нас называется профтехобразование. А в международной практике немножко другая формулировка, это technical vocation and education and training, то есть это профессиональное техническое образование и обучение. И вот очень важно отметить вот эти два ключевых слова – образование и обучение. Потому что обучение связано прежде всего с привитием навыков, тех самых начальных инженерных навыков, о чем будет говорить сегодня профессор Ча. И на самом-то деле вот система профобразования является очень важным элементом системы непрерывного инженерного образования. Ну, при этом ключевыми фигурами общества знаний являются преподаватели, учителя, наставники, все, кто передает свои знания или знания, которыми имеется доступ, ученикам, слушателям, студентам, как угодно можно их называть. Я тут хотел отметить, что вы вот если будете сталкиваться с документами ЮНЕСКО, то часто, особенно в английском варианте, там везде используется teacher. И иногда все думают, что вот ЮНЕСКО занимается только учителями, это школа, это нас не интересует. На самом деле в ЮНЕСКО, в документах ЮНЕСКО, во всех проектах teacher используется в двух, так сказать, смыслах. Это teacher в самом широком смысле, то есть человек, который передает знания. И поэтому здесь мы рассматриваем учителя именно как в широком смысле. Это и преподаватель, и мастер производственно-технического обучения. И в то же время есть отдельные проекты, ну, допустим, связанные с информатизацией школьного образования, где действительно учитель – это учитель. Поэтому всегда очень внимательно надо смотреть на этот контекст. И если, опять же, к терминологии возвращаться, то часто вот компании, наши партнеры из частного сектора, то есть такие как Microsoft, Cisco или там Autodesk, они используют такое понятие как educator. Вот, ну, это так просто, чтобы у вас было некое терминологическое. Educator, который более широкий, как работник образования в целом. И вот ЮНЕСКО, естественно, в своих целях очень большое внимание уделяет вопросам глобальной опеки, повышения статуса, поддержки профессионального развития всех категорий педагогических работников, учителей, преподавателей, профессорско-преподавательского состава. Ну и, к сожалению, необходимо отметить, несмотря на все усилия и мирового сообщества, и национальных систем образования, и наших коллег из корпораций, из частного сектора, сегодня самая основная проблема – это не только количество высококвалифицированных учителей, преподавателей нового типа, но это их профессиональная компетентность и профессиональное развитие. И прежде всего, с точки зрения понимания того, как информационные технологии могут оказать помощь им для реализации своей профессиональной деятельности. А как раз вот качество педагогических работников, их компетентность и непрерывное профессиональное образование является ключевым элементом обеспечения качества в целом. Это отмечают руководители ЮНЕСКО, потому, вот в частности, тут цитата генерального директора ЮНЕСКО. Ну и в целях нашей организации
2015 году, ну, достаточно амбициозные, с учетом различных кризисных явлений не только во внешней среде, но и внутри, так сказать, самой организации. Вот все-таки цели на 2015 год – это насыщение систем образования не только количественно, но и качественно учителями нового типа. И вот здесь ЮНЕСКО как раз отмечает, что все эти вопросы... Да, кстати, цифры такие, что только для системы школьного образования требуется ежегодно около 2 миллионов новых учителей. Примерно такие же цифры для профтехобразования, ну, для высшего образования немножко меньше с точки зрения преподавателей. И путь к вот такому, к решению этих проблем только через использование информационных технологий. Поэтому ЮНЕСКО поддерживает различные инициативы, связанные с интеграцией ИКТ в подготовку педагогических кадров. Это через разработку рекомендаций стандартов ИКТ-компетентности, формирование и развитие сообществ практики педагогов и учащихся, профессиональное развитие, развитие многостороннего сотрудничества. И вот наш институт, институт ЮНЕСКО, как раз вот в рамках поддержки этих инициатив, уже вот в течение 15 лет скоро, занимается вопросами, связанными с такими тремя основными направлениями. Это поддержка лиц, принимающих решения в национальных и региональных системах образования с точки зрения выработки политики информатизации, и мы оказываем техническое содействие в принятии таких решений. Это развитие, профессиональное развитие научно-педагогических работников и сетевое взаимодействие с университетами, с компаниями. И это вопросы, связанные с цифровой педагогикой, прежде всего вопросы открытых образовательных ресурсов, использование массовых открытых онлайн-курсов, что также у нас, кстати, запланировано вот на ближайшие мероприятия эти вопросы. Работаем с тремя важнейшими сетями ЮНЕСКО глобальными. Это сеть ассоциированных школ, сеть кафедр ЮНЕСКО и сеть центров профессионально-технического образования. Значит, модель сотрудничества, которую мы также предлагаем для тех организаций, которые вы представляете, вот она здесь представлена, то есть мы инициируем некие проекты, отрабатываем их в пилотном варианте через сети кафедр ЮНЕСКО, школ и центров профобразования, и затем это транслируем уже в среду образовательную, ну, на различные ее уровни. Как пример, который ближе всего к высшему образованию, это вот наш проект «Сеть кафедр ЮНЕСКО, работающих в области применения ИКТ в образовании и инновационной педагогике». На сегодня там уже более 30 участников, которые представляют не только кафедры ЮНЕСКО и сети этих кафедр, но также ведущие университеты, сеть открытая. И сегодня вот тут 14, но на самом деле сегодня уже 18 государств представлено здесь. И я очень рад, что здесь вот есть представители университетов и кафедр, которые входят в эту сеть. Наши исследования и публикации. У вас вот здесь две авторские публикации, так называемый policy brief, аналитические записки. Это как раз наших сегодняшних докладчиков, и мы будем на каждом семинаре вот предлагать. Некоторые переведены на русский язык. И, кстати, хочу сообщить, что ЮНЕСКО с этого года полностью все свои публикации, отчеты, любые материалы, так сказать, подвела под соглашение Creative Commons. Вы знаете, открытые лицензии, то есть вы можете их использовать на основании соответствующих правил, процедур, вот так называемых открытых лицензий, с учетом сохранения авторских прав. Я думаю, мы посвятим один из наших семинаров как раз вот так называемым вот этим проблемам тоже.
я почему это сказал, значит, в принципе, если какой-то университет или организация заинтересована, чтобы сделать перевод и распространять вот материалы, которые у нас есть, значит, вы должны только сообщить об этом в ЮНЕСКО или в наш институт, и можете это делать. Конференции, инициативы и проекты. И, конечно, сотрудничество с университетами, неправительственными организациями профессионального характера, то есть это различные, ну, например, IFIP или Институт Международный союз связи, с которыми мы выполняем различные проекты. Но основное, конечно, это сотрудничество с университетами как вот основными генераторами знаний и реализаторами таких инновационных подходов. Ну, естественно, работаем также и с компаниями из частного сектора. Как пример наших проектов с нашими партнерами из частного сектора, это совместный центр инновационных образовательных технологий с Microsoft, это совместные образовательные программы с Cisco. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество с Международной академией Modern Trees. Я думаю, мы также посвятим один из семинаров проблемам вот этой теории рационализаторских изобретательских задач, которая, к сожалению, была несколько, так сказать, забыта в нашей стране, хотя автором является академик Альтшулер. Эта теория немножко претерпела изменения сегодня, она привязалась к, в том числе, инструментальным средствам реализации. Но, во всяком случае, успехи Самсунга связаны с тем, что Samsung привлек наших с вами соотечественников, к сожалению, которые в силу разных причин, это ведущих профессоров, докторов наук, работающих в области инженерного образования. И вот Samsung, его прорыв связан с тем, что они фактически для... с точки зрения стратегии развития, инновационного развития своей компании, использовали вот эту теорию рационализаторских изобретательских задач, ну, фактически созданную в Сибирской академии, в Сибирском отделении Академии наук. Мы сейчас готовим большое соглашение с компанией Autodesk, вот будет в октябре подписано. Благодаря вот нашим консультациям, сегодня руководство компании, ну не сегодня, а недавно, приняло решение открыть полностью все свои программные средства для использования в образовательных учреждениях. То есть вы можете использовать все вот эти мощнейшие средства инженерного проектирования, 3D-дизайна, моделирования инновационного, мультипликации для организации учебного процесса. И сейчас мы готовим конкурс такого глобального масштаба для школьников старших классов и для университетов по использованию программных средств Autodesk для вот решения различных задач, начиная от дизайна промышленных изделий и кончая архитектурой любых вопросов. Мы реализуем магистерские программы совместно с университетами, ну, прежде всего, с университетами, которые входят в нашу сеть. Ну, как пример, это международная магистерская программа ИКТ в профессиональном развитии учителей, которые вот первые выпускники появились у нас в Санкт-Петербурге, в университете Герцена. И сейчас мы с Роснано как раз на следующий год планируем и адаптацию вот этой программы, которая в данном случае... к учителям относится именно как общего образования, для адаптации ее для профессорско-преподавательского состава инженерных вузов. Как пример работы с крупнейшими IT-компаниями, это совместный учебно-научный центр в ИТМО в Санкт-Петербурге, который мы открыли, там уже вот в течение года он работает. Ну и думаем, что вот такой подход позволит нам решить вопрос, связанные с, на самом деле, с формированием той самой системы непрерывного качественного образования, о которой говорим. Я до того, как в ЮНЕСКО пришел работать, почти 40 лет проработал в системе высшего образования, от студента там, до
первого проректора 15 лет одного из ведущих вузов российских. И все время, вот там, с 70-х годов, когда я поступил, всегда было непрерывное образование, качество образования. За счет внедрения, вот были мейнфреймы, были там Минские, были БЭСМы, а вот сейчас появились у нас ЕСВМ. Качество образования возрастет. Были перфоленты, перфокарты, появились, вот сейчас качество образования возрастет. На самом деле, качество образования от этого существенно, и об этом в заключении скажу, не возрастает. Потому что это попытка, так сказать, упаковать в существующие дидактические методы, методические методы, просто новый продукт. Это все. Да, молоток стал гораздо красивее, и гвозди стали немножко другие, но непонятно, улучшилось ли качество от этого. А вот как видят наши школы, наши дети, да, то есть здесь, с одной стороны, существует подход такой гуманитарный, скажем так, социальный, что школа, нет, компьютеры подальше, они вредят детям, все, тут санпимы и так далее, и студенты тоже слишком много времени проводят за компьютером. Или второй подход, вот полностью роботизированная, так сказать, система, да, обучения. А вот видят ее наши дети, это реальный рисунок. Рисунок реальной девочки, кстати, девочки, которая тоже с ограниченными возможностями здоровья. Вот как они видят, что такое школа будущего. На самом деле это и университет будущего, и профтехобразование тоже может взять отсюда. Учитель, ученик, а между ними вот пресловутая та самая буковка И, которой мы рады, что она присутствует также в название наших соорганизаторов, ЕНАНА, но на самом деле вот это и есть, сегодня она, так сказать, очень серьезно влияет на всех. Но самое главное, вот для чего мы, собственно, с вами здесь собираемся, а какой университет встретит детей, которые уже сегодня, на самом деле, с точки зрения вот таких технических компетенций, или, так сказать, технологической грамотности, часто превосходят своих учителей. Традиционный или вот такой. Но тут нам нужно обратить внимание еще на несколько проблем. Это проблема, вот то, что я говорил, так сказать, разный уровень понимания компетенции с точки зрения использования технологических средств для обучения, на самом деле, может быть, и не только для получения передачи только технологических знаний. Это одна проблема. А вторая проблема, не надо забывать, несмотря на то, что и сегодня этому будет посвящен доклад о новом, так сказать, поколении учебников, которые комбинируют, так сказать, традиционную форму с высокотехнологичной оболочкой, в том, что книга, она не только источник знаний, но она еще и предмет, так сказать, культурного наследия. Так что вот здесь тоже баланс должен быть найден. Это, опять же, я это все привязываю к позиции ЮНЕСКО с точки зрения вот, образования. Ну, и вот здесь буквально несколько слов о том, чему уделяет сегодня наш институт очень важное значение. Я рад, что мы в лице Роснана нашли здесь наших соратников. Это профессиональная ИКТ-компетентность. Не просто технологическая, уметь использовать современные устройства, девайсы, да, как называют, для решения каких-то своих задач, а прежде всего для того, чтобы действительно учебный процесс был модернизирован. Мы исходим из вот такой модели. Существует три, как бы, группы ключевых компетенций в информационном обществе или в обществе знаний. Это профессиональные, они всегда традиционно были. Сапожник делал сапоги, там художник рисовал. Социальные компетенции, которые сегодня являются очень важными. Это и работа в поликультурной среде, в многоязычной среде. Это возможность сопротивляемости стрессам внутри коллектива, вовне коллектива. Это работа в сетях, это просто стрессоустойчивость и готовность работать в условиях кризиса. Вот этому сегодня практически никто не учит, и нет программ образовательных, ну, очень мало есть программ, буквально 2-3 вот в целом в мировой системе высшего образования есть вот такие программы
подготовки специалистов по развитию социальных компетенций. А вы знаете, сегодня иногда даже в хорошей школе, вот сейчас по радио обсуждалось тут недавно, что рейтинг, да, школ сделали. И вот начинают звонить родители, говорят, да школа супер, знания вообще, но нашего ребенка там так загнобили, что нам лучше бы там не учиться, мы его убрали. Это и есть социальные компетенции. Так вот, сегодня именно информационные компетенции, связанные с использованием вот таких ИКТ-интегрированных систем, позволяют достичь вот такого синергетического эффекта между профессиональными и социальными компетенциями. То есть возможность через информационные технологии развивать профессиональные компетенции с учетом социальных компетенций и формировать социальные компетенции, связанные с профессиональной областью знаний. И вот в рамках таких моделей, в такой модели ЮНЕСКО вместе со своими партнерами из частного сектора и из профессионального сообщества, это вот ISTE, Международный совет по технологиям образовательным, в течение нескольких лет разрабатывала рамочные рекомендации по структуре ИКТ-компетенции ЮНЕСКО, которые должны на самом деле-то задать некие такие действительно рамки или планку, ориентиры профессиональной педагогической ИКТ-компетентности для всех педагогов. Первый вариант этой модели для учителей школы, потому что, повторяю, там зарождаются знания и умения. Подход очень, да, значит, модель очень простая. Три подхода, как бы три области, связанные со знаниями. Это, собственно, применение ИКТ, как применять ИКТ для освоения, углубления знаний и как применять технологии для генерации и производства новых знаний. То есть вот эти три подхода и определены шесть таких достаточно обобщенных областей работы современного педагога. Прежде всего должен понимать, для чего и как использовать информационные технологии, как составить учебную программу, тесты, как создать систему оценки знаний, как внедрить информационные технологии в педагогическую практику, собственно, как пользоваться современными информационными технологиями, как использовать технологии для организации управления и для собственного профессионального развития. То есть три подхода, шесть аспектов и получается 18 модулей. Вот это и есть матрица ИКТ-компетентности современного педагогического работника. И вот мы как раз уже договорились с коллегами из Роснана, что мы в следующем году приступаем к адаптации, к разработке адаптированного варианта вот такой матрицы для системы высшего инженерного образования. А может быть, это будет и, так сказать, набор таких матриц компетентностей не только для высшего, но и для инженерно-технического вот, профессионального образования. Ну, это, так сказать, вопрос дискуссии. Что для этого сделано? Значит, разработано огромное количество различных руководств, методик по применению этих инструментов. Разработана методология адаптации и привязки к конкретным областям или уровням образования. Ну и вот, что мы планируем в рамках сотрудничества ИТО и Роснана, ну прежде всего с ЕНАНО, это первый шаг уже сделан, организация цикла открытых семинаров, сегодня первый из них. Это адаптация вот этой рамочной модели к требованиям и особенностям инженерно-технического образования. Возможно, выход на отраслевые стандарты ИКТ-компетентности для профессорско-преподавательских составов вузов. Это разработка и реализация совместных образовательных программ, модулей, учебных курсов для профессионального развития профессорско-преподавательского состава вузов, ну и других образовательных учреждений. И, конечно, важный вопрос – это формирование специализированных, открытых образовательных ресурсов, связанных с отраслевой спецификой Роснана и инженерного образования. И затем с их использованием организация дистанционного образования в формате тех самых МУК или МОК, да, массовых
открытых онлайн-курсов, которые сегодня такая достаточно горячая тема. Я думаю, следующий семинар в ноябре мы посвятим именно этому. Вот. И в заключение просто хочу сказать, для чего все это делается. Вот вам несколько картинок. Вот слева картинка – это учебный класс, который в 18 веке, 1746 года. Вот справа традиционный класс. Посмотрите разницу. Ну да, одежда немножко претерпела изменения, хотя и некоторые элементы одежды вы можете найти и в сегодняшней, да, так сказать, нашей с вами повседневной жизни. На самом деле все одно и то же. Есть учитель, есть ученики, ученики что-то делают, учитель им передает свои знания, вроде бы как, и говорит, вы должны сделать это, и это. Да, современный учебный класс вот справа. Вроде бы появились компьютеры. Но опять же, учитель там же, дети там же, и еще больше чем-то самим занимаются. И это, кстати, относится в том числе и к любому уровню образования. И вот проблема, которую мы должны решить, это чтобы система информатизации, вообще все процессы информатизации не привели нас к тому, ну вот что иногда мы видим на потребительском рынке, когда старые какие-то содержания упаковываются в новую оболочку. Ну то есть фактически мертвое вино в новых бутылках. Почему это очень важно? Вот, например, статистика показывает, вот ушел представитель статистических служб Роснано, что массовые вливание инвестиций в технологические средства, программные средства без изменения самой структуры организации учебного процесса, научных исследований, они не дают эффекта. И это основная проблема сегодня. И как раз вот в рамках наших семинаров хотелось бы найти какие-то подходы к этому. Об этом мы будем говорить. Сегодня появились масса новых подходов к вот трансформации такого классического подхода с использованием возможностей новых технологий, но это нужно знать и уметь, в принципе, как использовать. Поэтому наш институт приглашает вас к сотрудничеству вот в этой области, прежде всего в области повышения доступности и качества инженерного образования, вот на основе применения информационных технологий и новых педагогических методик. Благодарю вас за внимание. Значит, материалы, которые, вот о которых я говорил, которые открыты для вас, вот там в правом верхнем углу, это наш сайт. Они все открыты, вы можете ими пользоваться. Там есть и раздел учебных курсов. Ну, часть материалов только на английском языке, часть на русском, английском. Но они все открыты, вы можете пользоваться ссылками. Если у вас будет желание на основе наших материалов, допустим, на основе магистерской программы или каких-то других учебных курсов создать собственную образовательную программу, мы готовы вам в этом помочь. И иногда не только словами и делами, даже несмотря вот на то, что сегодня достаточно серьезная финансовая ситуация, и в целом в мире, и в ЮНЕСКО тоже есть свои проблемы. Но, во всяком случае, вот наше сотрудничество с ведущими университетами показывает, что когда мы объединяем свои ресурсы, не только человеческие, но и материальные, то мы достигаем хорошего успеха. Благодарю за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, или мы, как мы по регламенту, вопросы потом, в конце? Не, ну если какие-то сейчас, пожалуйста, да, а потом мы обсудим просто, что нам дальше делать. Да, пожалуйста. Я представляю Московский химический университет имени Менделеева. То есть то самое техническое образование инженерное, о котором вы говорили, к сожалению, вы больше все-таки о школе сегодня рассказывали, а не о инженерном высшем образовании. Но тем не менее, знаете, инженерное образование техническое, оно вообще требует при даже в слушании лекции очень четких формулировок тех терминов, которые используются. Термины, которые вот вы использовали, они, знаете, для вузовских работников технических, во-первых, ну, мало знакомы.
А во-вторых, когда их начинаешь расшифровывать содержание этих терминов, то иногда забредаешь, знаете, не туда, и мы теряем понимание друг друга. Вот, у меня вот чья-то масса, я их записывал, но, наверное, не стоит сейчас их выяснять, терминологию. Я хотел бы один вопрос вам задать. Когда вы сказали, что вот в Никине ИКТ, ИКТ, методик, да, так лучше сказать, высшее образование вызывает изменение роли учащегося педагога. Давайте. Что вы имели в виду под изменением ролей? Нужна ли эта тема, она очень важна сейчас и с точки зрения той ситуации, которая происходит сейчас в нашей Олимпийской точке. Ну и вообще многие точки зрения на это как бы разнятся. Я встану. Хорошо, спасибо. Ну, прежде всего, хочу сказать, что для этого мы и цикл семинаров проводим, чтобы все друг друга начали понимать. А второе, я отвечу тоже, ну, не на прямой вопрос, а на то, что вы говорили, чтобы больше было уделено внимание школам. Вот, я не знаю, к сожалению или к радости, ну, это и к тому, и к другому. Сегодня в целом уровень ИКТ компетентности школьных учителей и понимание, как использовать в организации учебного процесса, модернизации учебного процесса, выше, чем уровень, к сожалению, профессорского преподавательского. И сам профессор, сам свободное от основной работы время преподаю, хотя хочется и больше. Заметил, к сожалению, коллега. Вот я по роду своей деятельности общаюсь с учителями, с профтехобразованием и с нашими коллегами, потому что вы видели, там три как бы у нас сети, с которыми мы работаем. Школы, университеты и профтехобразование. Вот профтехобразование совсем там, вузы так чуть. Я могу сказать по примеру того вуза, где я работал, что когда мы внедряли такими административными методами, к сожалению, информатизация часто связана с административными методами, но и с методами мотивации, лучшие курсы электронные и действительно, так сказать, которые соответствовали понятию качества, были созданными предварительно обученными представителями кафедр общественных наук. История, обществознание. А вот наши ведущие кафедры, которые готовили инженеров, программистов, проектировщиков, к сожалению, они вот, да, они обладали фантастической технологической компетентностью, но, к сожалению, педагогической компетентности часто отсутствует. Вот здесь проблема. Вот в школе, благодаря, кстати, усилиям массовых таких вливаний не только со стороны, и даже не столько со стороны государства, а сколько со стороны, прежде всего, компаний крупнейших, они готовят там, они готовят себе будущих специалистов. Вот, например, пример ЦИСКа, у них есть программа бесплатная для школ, основы там IT Essentials, фактически основы информатики. Это, они тратят огромные деньги на это, для чего? Для того, чтобы люди вспомнили, на самом деле, что такое отвертка и как вообще-то вставить вот в это самое устройство или в девайс, да, куда-нибудь штекинг. Потому что уже все, моторика другая уже действовала. И вот это глобальная программа, они уделяют внимание, ну, школе, потому что потом эти ребята, эти учителя, которые учили, они приходят в высшие учебные заведения, а там уже сидит там, да, академия ЦИСК. Но это я как пример подхода. Почему вот в школе сегодня больше? Microsoft, программа обучения учителей, Intel, обучение для будущего. Многие, вот Autodesk, которая всю жизнь занималась только с серьезными технологическими компаниями, Boeing, аэрокосмические компании, сегодня пришли в школу. Hewlett Packard всю жизнь занималась высшими учебными заведениями, мы с ними там работаем. Вот в ЭТМО, в других странах, там, в Казахстане с ними работают. Пришли в школу, потому что понимают, что вот там, где ранний старт. Иначе потеряется вот эта взаимосвязь между... Теперь роли преподавателей. Я немножко... Роли участников, да. Я, может быть, немножко, так сказать, в связи с тем, что
пытался побыстрее тут завершить свою презентацию, у нас еще два доклада. А речь идет об интеграции, вот интеграция ИКТ и педагогические методики, она приводит к изменению не только содержания, но и структуры организации учебного процесса. Что это такое? Это методы так называемого коллаборативного, один из примеров, коллаборативного обучения. Имеется в виду групповое обучение. Сначала внутри группы, когда студенты начинают между собой работать, и они могут работать, используя в том числе и социальные сети. Это в связи с тем, что у студентов имеется возможность подготовиться к лекции заранее и прийти на лекцию, когда преподаватель будет обсуждать те сложные вопросы, которые они не понимают. И это тоже изменение самого учебного процесса. Я сейчас скажу, ну какие же роли? Роли то, что иногда студенты вместе с своим преподавателем начинают решать некие проблемы, которые возникли в рамках изучения учебного курса, так называемое проблемно-ориентированное преподавание. Это возможность, конечно, разные роли. Потому что традиционная роль преподавателя, я этим сам занимался, это вот я все знаю, а вы ничего не знаете. Я вот сейчас вам все вложу в голову, а вы мне должны об этом сказать. Я посмотрю, как соответствует это или нет. Ни шага влево, ни шага вправо. И это не я придумал, это меня так учили, когда я еще был там ассистентом. Да? И говорю, вот и никуда. И вот у тебя есть учебно-методический комплекс, и ни шагу вперед. Если выйдешь, тебе расстрел. И ходили, и смотрели. Смотри, да. Я хочу. Можно вообще подискутировать? Ну, конечно. Ну, вообще, мы потом хотели дискутировать, но я готов там. Ну, определенно, да. На одном из семинаров, на эту же тему, значит, был заявлен так, ведущий. Вообще, наша идеальная, как бы, вот, идеал того модернизации, которая в результате всего возникла, это вообще избавиться от личности преподавателя. Понимаете, иди в буфет, вот вы говорите, пускай значит, обучающиеся обсуждают вместе, что такое глобально, коллективно решает, а преподаватель ушел в буфет, и вообще он не нужен. Это вы правую картинку рассказываете, где преподаватель робот и студенты робот. Люди. А нет, ну как, с помощью, с точки зрения технологии, это вы как раз рассказали. Вот и в том-то и речь, о том и речь идет, чтобы найти вот этот баланс. И вот я, так получилось, что волей судьбы был приглашен в Голландский университет. Так вот, там сейчас есть такие перевернутые классы, да? Вот там класс перевернут, потому что студенты, подготовившись к лекции, они обладали уже некоторыми знаниями, которые я просто не смог найти. Они просили, вот объясните мне вот это все. И мы вместе готовились с одними и теми же ресурсами. Причем этот факультет, где там преподавал, да? Образовательных наук и технологий. Потому что там лекция немножко отличается от нас. И роль моя была узнать, прежде всего, что они знают, почувствовать это, и сказать, как можно использовать вот этот навык, вот этот, для того, чтобы решить конкретную проблему. Ну, связанную с технологией, на самом деле, там с технологией проектирования этих сложных человеко-машинных комплексов, да, для образования. Моя роль была не только вот лекцию, прочитайте все. Была дискуссия, они работали в группах, я работал с группами, я работал с моим коллегой. Ну, хороший преподаватель, я был учитель. Так, конечно, не надо вообще. Ну, это мы с вами... Это... Ну, готов подискутировать, а то тут все уже немножко... Спасибо вам. Я просто сейчас действительно немножко редко преподаю, поэтому... Ну, а я думаю, сейчас многие вопросы ваши будут раскрыты. Вот хочу предоставить слово профессору Ча.
профессору Ча. Так. Где его? Где? Не Иван, а вы. Андрей. Андрей. Дело в том, что профессор сейчас вот приготовил одну презентацию, а сегодня, так вчера еще поработал, кое-что изменил. Вот какая из них? Из это не важно. Это с ним? Я сама. Окей. А, значит, вот у нас на английском языке основной материал. Я сейчас возьму ноутбук. Вот он там, держи. Вот, под столом лежит. Слева. И у меня такая же презентация есть на русском языке. Вот. Okay. И буду помогать тогда воспринимать это в параллельном режиме. А в принципе можно сделать... Или можно сделать презентацию, можно на русском языке сюда сделать, сейчас, если мы... Ну, я буду помогать. Как лучше, чтобы... Тогда получим. Окей. We decided to put to main screen the Russian version. Okay. And I give you the version. All right. Okay. Okay. Just but I have some. But I have your presentation. I have some connection, so I have to show some data on the screen, also picture. That's not included in the Russian version. You know, this is not identical. Говорит, it's a lot of picture, photo. У него там есть некоторые обращения к некоторым ресурсам, которые в русском переводе нет, потому что перевод там сделан только текст, а у него там еще картинки, графики и все. Ну давай. Да. Окей. Профессор Ча, о котором я говорил, представляет сразу несколько организаций, но прежде всего он практик в области инженерного образования, получал образование и в Китае, и в Соединенных Штатах, в университете в Беркли. Ну и работает сегодня вот и в Китае, и в Бельгии, и вообще по всему миру. Руководит сетью учебных центров и кафедр ЮНЕСКО по инженерному образованию. Пожалуйста. Здравствуйте. Unfortunately, this is the only word, probably a few words I can speak in Russian. К сожалению, я знаю только несколько слов, одно из них. Здравствуйте. So good morning, ladies and gentlemen. Доброе утро, уважаемые господа. I'm really happy to have this opportunity. Я очень рад, что вот у меня появилась такая возможность здесь выступить. To discuss some important issue related to higher education or professional education. И обсудить с вами некоторые вопросы, связанные с высшим образованием и с профессиональным образованием в целом. Yeah, first, I would like... Oh, I think this is the old version. Okay. This is the old version. We should get rid of this one. Maybe this is it. Oh, this one. Okay. Okay, yeah. Yeah. Yes. Yes. Да. Доклад называется «Стратегия реформирования профессионального образования и модели национальной подготовки инженеров». CDL. So the outline of my speech is in four areas. First of all, I would like to define so-called the generalized professional education. Ну, мой доклад будет состоять из нескольких разделов. Прежде всего, я хотел бы уточнить понятие ну, такое общее непрерывное профессиональное образование. И, кстати, для тех, кто смотрит онлайн-версию, там немножко в переводе там
Переводчик, который это делал, у нас вчера до встречи с профессором Ча не могли точно определить вот этот термин, он как раз сегодня пояснит. И у нас там базовое высшее профессиональное образование. На самом деле речь идет не только о высшем профессиональном образовании, а именно базовое такое непрерывное образование, которое дает возможность, база как основа для развития карьеры. Then I will give you some data to show the shortage of professional talents, which have been caused by the gap between education and industry. The shortage of professional talent. Дефицит профессиональных кадров. The third is based on the analysis. And all the survey, we propose new paradigm to reform engineering education or professional education. Значит, предлагаемая парадигма профессионального образования, которая как раз разработана с участием профессора Ча. But last, probably a little bit about the CDLO engineering education model, which created by MIT. Is Massachusetts Institute of Technology. Ну и последнее, но не последнее по важности, это та самая новая модель педагогического процесса CDIO, придумай, спроектируй, реализуй, управляй, которая была разработана в Массачусетском технологическом институте. Yeah, what I mean by generalized professional education is along the three directions. So all the professional education which directly supply all levels of talent to meet the requirement of a society and industry for social development and economic development. Да, что вот мы понимаем под вот этим самым GPE? Это все профессиональное образование, которое готовит кадры, отвечающие запросам общества и производства. Это все профессиональное образование, которое нацелено на использование знаний, способностей, умений выпускников на рынке труда. Yeah, all professional education targeting focus on graduates' ability, attributes, and knowledge, skill for job market. This career oriented education. И это все профессиональное образование, поставляющее кадры для реализации национальных стратегий наращивания экономических мощностей государства. И в то же время это то образование, которое дает возможность выстраивания такой устойчивой и успешной карьеры. I think so far most vocational education, higher vocational education, even higher education fall into this area. Only one exception from my observation is a university or college for retired people. И, наверное, только одна, может быть, исключение из тех вот уровней образовательных учреждений, это те учреждения, которые для людей, которые на пенсию ушли. Все остальные уровни образования, они связаны вот с этим подходом. Also, all professional education provide different type of talent for national strategy to develop and construct the social and economic strength. That's to meet the requirement of a national target, not national strategy. Да, ну еще раз подчеркиваю, профессор Ча, что самое главное, это, конечно, выстраивание вот такой системы непрерывного инженерного образования для достижения целей, которые ставит то или иное государство перед собой. However, probably you understand the professionals including many fields like engineering, technology, medicine, law, accounting, architecture, architecture, you can name it. Да, ну вы понимаете, что когда мы говорим о профессии, то это самый в самом широком смысле это разное. Это не только и инженерное дело, и технологии, но это и медицина, и право, и бухгалтерский учет, сельское хозяйство и все, что только можно говорить. Although different professional education at different level on different disciplines are different. Ну,
понятно, что каждая из таких типа профессионального образования, она связана с различными дисциплинами. But there are some things all the professional education in common. Но есть и вещи, которые вне зависимости от конкретных, так сказать, области профессионального образования, они являются едиными. Here is the things in common listed, such as to meet the professional requirements in terms of quality, quantity, variety, levels. Но прежде всего, оно должно отвечать профессиональным потребностям с точки зрения качества, количества, разнообразия и уровней. The professional education should have a forward-looking to future human resource market, not to meet the current need, not the need before, but need maybe 3, 4, 5 years down the road. И, конечно, вопросы, связанные с прогнозированием будущего рынка труда, кадров, очень важны. Надо обращать внимание не только на потребности текущие или там ближайших лет, но также и прогнозировать потребности рынка труда на более долгий период. So the education should be career oriented, so that's a unified profession requirement and academic discipline requirement. И вот для того, чтобы вот такой прогноз получился, то вот необходимо объединять профессиональные академические дисциплины, ну, привязанные к конкретной специальности. Also, it should be integrated theoretical and practical learning. Важным моментом, естественно, является объединение теоретического и практического обучения. So balance the hard skill and the soft skill. Как раз поиск баланса профессиональных и социальных компетенций. Yeah, to prepare graduates for competence and compatibility in the job market. И, конечно, это подготовка конкурентоспособных выпускников для работы вот в сложных условиях рынка. For instance, as an engineer education, so I'm a mechanical engineer. So there, from a middle vocational education to a higher vocational education to bachelor to master to all the way to PhD. Ну, теперь к области инженерного обучения профессор Ча по своей так сказать, основному образованию машиностроительный инженер. Yeah. Each level of professional education cultivate a different level of talent for the engineer profession. И вот если мы возьмем вот такую, посмотрим на пирамиду системы непрерывного инженерного обучения, то на каждом уровне должна формироваться ну, некоторые группы компетенций, которые позволяют развиваться ну, талантом. But all of them are job-oriented or career-oriented education. So, so speak is a generalized professional education. Но вне зависимости от этого, все они должны соответствовать вот требованиям непрерывной системы образования. Это ну, на каждом уровне должны быть определенные... On every level should be some parameters or... Each, you know, the all the levels of professional education is different for different type of engineer professions in the job market. Ну, каждый уровень связан с определенными соответствующими направлениями и областями рынка труда. Maybe from a skilled workers to a technician to начиная с чисто таких to design engineer, even to R&D engineers. Начиная от элементарных навыков инженерных для рабочих кадров, затем для технического персонала и заканчивая, так сказать, высококвалифицированными инженерами-проектировщиками. Но самое главное, чтобы каждый уровень соответствовал требованиям рынка труда. So last year I led
UNESCO chair delegation to attend the UNESCO conference in St. Petersburg. В прошлом году Россия участвовала в большой конференции в Санкт-Петербурге. Then afterwards, we visited the best engineering school in Russia, is Bauman University of Technology. А затем в течение нескольких дней он работал в Бауманском университете. So in the brochure, in the Chinese brochure to our delegation, they have three statements. И вот в брошюре, которую на китайском языке коллеги из Бауманского университета подготовили, там было три. So the university claimed them as a research-oriented university. In the same time, is a national higher professional education institute. Ну, там были, так сказать, те формулировки, что из себя представляет Бауманский институт. Прежде всего, национальный исследовательский институт, но главное, что это университет системы профессионально-технического образования в России. No, I should learn from you. I'm not my knowledge is correct or not. Several years ago, I learned Russia has categorized all the professional education at all levels as a professional education or vocational education. Ну, может быть, я не очень, так сказать, правильно понимаю систему российского образования, но мне кажется, что недавно было принято решение о том, что все. А вот высшее профессиональное образование относится как раз вот к такой системе непрерывного профессионально-технического образования. Also, UNESCO in last century has defined technical and vocational education and training as a kind of education to meet all requirements of professionals in the job market, which include the middle higher vocational education up. All way up to PhD education. Ну и в то же время ЮНЕСКО определяет вот такую систему непрерывного образования как систему, в которую входят те уровни образования, которые отвечают прежде всего запросам рынка труда и которые включают в себя среднее, высшее профессиональное образование вплоть до аспирантуры. So to study the professional education. We try to build a macro model for generalized professional education. Ну и для того, чтобы понять вот эту систему непрерывного профессионального технического образования, мы должны использовать некоторую модель. In the center is our university colleges. Okay. Ну естественно, в центре такой модели должны быть образовательные учреждения. So on right hand in red, this is the professional job market. Справа это тот самый рынок. Represent the requirement of industry for talent, professional talent. Которые представлены как раз различные рыночные структуры, нуждающиеся в кадрах. However, the requirement from industry should be our target of education. Естественно, что вот потребности рынка труда и его субъектов должны формулировать цели и задачи для удовлетворения своих потребностей. Actually, from long time, our target or goal of a professional education not well defined. Ну, к сожалению, часто вот эти цели бывают не очень точно определены. That's why the output of education, like a graduates, cannot meet the need of industry. И поэтому часто очень хорошие выпускники, вроде бы хорошо подготовленные, но не соответствуют конкретным потребностям рынка труда. But only the forward chain, if you define your targets very clearly. Но если вы определите свои цели достаточно четко. So cannot guarantee the performance of the and the behavior of the university can meet the need of a society. Но, значит, даже если вы определите цели достаточно четко, все равно бывают случаи, когда вы не сможете удовлетворить потребности рынка труда или общества в целом. We also should set up an evaluation assessment from outside of the university college. To watch the performance of behavior of the education sector.
Поэтому необходимо всегда использовать вне системы образования некоторые центры или организацию, которая бы занималась оценкой эффективности работы университетов. To watch what's the difference of the requirement from industry and the society and the quality of our graduates. И этот вот этот некоторый, так сказать, субъект, который этим занимается, он должен как раз определять ту разницу, те несоответствия между потребностями рынка труда и качеством подготовки специалистов. Yes, there is some gap difference between the two, the supply side and the provider side. We should figure out what's the way to change our education system. И естественно, на основе результатов анализа нужно необходимо делать выводы и рекомендации о том, как и, так сказать, привести в соответствие требования рынка труда и тех результатов, которые с точки зрения подготовки кадров, которые достигают университета. I believe most of you understand this typical, we call the closed loop feedback system. И понятно, что если мы теперь посмотрим на эту модель, это классическая такая замкнутая система с обратной связью. So it's not too difficult to get a right goal for professional education. Ну, в принципе, достаточно просто, кажется, определить цели вот такой системы непрерывного инженерного образования. Yeah, the three goals. Number one is to satisfy need of a student on job career-oriented education. Первое – это удовлетворить потребности студентов в работе. Yeah, то есть это должно быть образование, нацеленное на построение карьеры. This goal is to make our student more competitive in the job market worldwide. Другими словами, мы должны сделать студентов более конкурентоспособными на глобальном рынке труда. So, what's the indication of a competitive of our graduates? Ну вот, например, какая же, так сказать, уровень конкурентоспособности наших выпускников? Отмечаю, что в русской версии вот этого слайда нет. So, one of the key criteria is the salary, right? Ну, естественно, одним из ключевых критериев является заработная плата. So this article published in America in the Newsweek. Это вот last year, yeah. В прошлом году в Newsweek были опубликованы следующие данные. It's called the return of investment. Это, так сказать, возврат, уровень возврата инвестиций. Here there is the highest 10 university in United States with the highest return on investment if the kids go to some university. Это вот как раз 10 лучших университетов Соединенных Штатов с точки зрения показателя возврата инвестиций. Now, for instance, if a high school graduates study at MIT for 4 years. Ну вот, например, если выпускники MIT Массачусетского технологического института учились 4 года. The total expenses for tuition, for living expenses is $189,300. Вот затраты на их обучение и проживание, ну, на жизнь составляли $189,300. But after graduate from MIT, if he or she take a job in the market. Но если этот выпускник получал работу на рынке труда, within 30 years, the money he earned deducted the cost at the 4-year education at MIT, the total earning more than the salary. Okay, a high graduate student took the job without education at MIT.
The difference, the difference between the MIT graduates earn compared to high school graduates earn, okay, is 1,688,000 US dollar. Значит, ну вот была оценка, если после получения работы в течение 30 years. Okay. Значит, deduct the cost at the MIT. Then the total earning, more than high school earning, is 1 million, 1.6 million. С учетом вычета вот этих затрат на обучение, проживание в течение в период обучения составлял возврат на инвестиции более $1.5 million. Он в любом случае заработал какие-то деньги, да? Для университета для него возврата нету. Не, но он деньги вложил, и как бы тот плюс, который он получил за счет MIT-шного образования, это 1,6 миллиона. Это его личное достижение. Благодаря MIT. Благодаря MIT, да. Ну, лично. Okay, so the article is based on the survey of more than 500 universities and colleges, not only the 10 universities listed in previous slide. This altogether based on 500 university colleges data. А вот это данные по 5000 всех университетов и колледжей Соединенных Штатов. For instance, for Ivy League University. Ivy League. The best undergraduate program. The graduates from Ivy League University will earn 1.4 million US dollar more than the high school graduate without the intern, those university. Вот, значит, обобщенные данные по 5000 высших учебных заведений показывают, что по сравнению с обычным учебным заведением, вот выпускники этой высшей лиги университетские получают вот на почти $1.5 million больше. Yeah, but for non-Ivy League college or university, the graduate will earn more, like 384,000. Следующая группа образовательных это примерно вот на 380 for public, тысяч долларов. For public school is 322,000 US dollar. Значит, для вот государственных колледжей эта цифра примерно 322 тысячи долларов. For private university and college, the graduates earn 559,000 more than high school graduate. Yeah. Частные университеты вот имеют примерно такую цифру, это 559 тысяч долларов. So we can learn from this article. We can learn, yeah. Да, можно вот многому научиться на основе этих данных. First, we carry out our professional education should be evidence-based. Понятно, что наше профессиональное образование должно основываться на таком, на правильных выводах. You know, we should collect all the data each year. Мы должны очень внимательно относиться к данным и собирать данные каждый год. So they have 30 years of data accumulated for more than 500 university and college. Вот, например, этот пример, такое исследование, которое провел Newsweek, основанное на 30-летнем сборе данных по 5000 образовательных учреждений. So this is why many university and college put the data into their announcement recruitment announcement to attract students and convince the family to invest more in their university. Ну и поэтому часто такие образовательные учреждения свои данные открывают, и они в рекрутерские агентства передают эти данные, чтобы еще больше привлекать студентов.
Of course, the salary or average salary is not the only criteria to make judgment on the quality of education. Естественно, что заработная плата или уровень заработной платы не является единственным и самым главным критерием для оценки качества образования. But definitely is a very important criteria. Но вообще-то он достаточно важен. Okay, the second goal is to meet the requirement of industry and on talents. Ну и, значит, второе требование – это удовлетворить потребности производства в кадрах. This goal is to provide graduates with ability according to the standard of engineering profession. Значит, это связано прежде всего с развитием у выпускников качеств, соответствующих стандартам инженерных профессий. For instance, this desired attributes of an engineer is announced by Boeing company. Вот, например, желательные признаки, да, характеристики инженера на основе информации из Boeing Management. So within the 10 attributes, you can see maybe 30% relate to the professional discipline. Значит, вот тут 10 перечислено этих признаков, и большинство из них связано, естественно, с специальными дисциплинами и знаниями. Probably 30% to 70% relate to what we call the soft skill. Ну, естественно, how? 70? Yeah, 60 to 70. Yeah. Only 30%. Is related to discipline. Значит, 30% относится непосредственно к специальным дисциплинам, и где-то 60-70% относится с социальным компетенциям. So that means for all the professional education, we have a lot of things in common to share. We have to calculate our graduates with soft skill, with ability, with the good attitude toward work, which required by all the professionals. И поэтому можно сделать вывод о том, что любые области знаний профессионального образования, они во многом схожи, потому что они связаны вот с возможностями прежде всего реализовать свои социальные навыки. So the soft skill include the communication ability, the high ethics standard, and the social responsibility, teamwork, you know, таким социальным learning, навыкам, социальным компетенциям относятся это такие высокие коммуникативные способности, это высокие этические стандарты, это возможность думать критически и одновременно креативно. И в то же время в режиме вот такой кооперации, групповой работы, это гибкость, возможность адаптироваться к быстрым и достаточно серьезным изменениям. Это желание и возможность и потребность обучаться на протяжении всей жизни. Это, так сказать, иметь потребность и понимание важности коллективной работы. I think this is a weak point or missed part of our professional education now or past, in the past. И как и раньше, так и сейчас, к сожалению, это наиболее слабое звено, наиболее слабый элемент в системе подготовки профессиональных кадров. The third goal is to meet the strategic target or goal of a government to build an innovative society. И третьей целью системы профессионального образования является достигнуть стратегические цели государства с точки зрения формирования инновационного общества. There's a great shortage of professional talents, especially in engineering. So I give a lot of data to show that the shortage in China and other parts of the world.
Europe, US. И практически, yeah. Okay. И практически во всех странах сегодня дефицит профессиональных кадров. Вот, например, цифры по Китаю. И эти цифры во многом относятся к другим странам другого. For instance, in the field of software engineer, from a survey of the Association of Software Industry, so there's a shortage of 3 million different level of software talent in China. В области программной инженерии нехватка составляет примерно около 3 миллионов специалистов по информационным технологиям в ближайшие 3 года. Но за это время будет подготовлено только 500 тысяч специалистов. By the year of 2015, that's only 2 years from now. 3 million, yeah, we short of 3 million. Да, и эти данные были вот в прошлом году, то есть еще осталось 2 года и такой огромный дефицит. But from a survey, we still have a very high unemployment among our graduates related to IT program in college or university. В то же время за последние 3 года программы в области информационных технологий были среди 10 самых невостребованных для молодых специалистов. There's also some data for Europe, US. Есть также данные по Европе, по Соединенным Штатам. Например, в Европе нехватка более 2,5 миллионов инженеров в течение последующих 5 лет. А в США количество специалистов в сфере науки и инженерии выросло 1,5 раза за 20 лет. Но в то же время число поступающих сократилось на 20%. И примерно такая же ситуация, несмотря на такой очень прорыв в области технологий в Японии, в Южной Корее и других странах. То есть смысл в том, что по всему миру такой кризис талантов, кризис инженерных кадров. So the largest human resource company in the world, it's called Manpower. They published their survey 2 years ago about the shortage of skilled workers. They call the skilled trader. Yeah. Такая очень мощная компания Manpower в 2010 году опубликовала обзор дефицита кадров. Yeah, 60% of 10 the biggest economy entity in the world. И вот 60% из 10 самых больших экономик отметили как раз number one, number two hiring a challenge. That means that they short of 10 type of talents, but the skilled workers among number one, number two. Maybe accountant, maybe engineer, but skilled workers among number one, number two. First priority. Они определили, что как основные проблемы первого или второго уровня это недостаток высококвалифицированных инженеров. You know, traditionally Germany has a very good vocational education and engineering education. Да, ну обычно вы знаете, что в Германии всегда славилась своей системой подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров. But 70% of a surveyed company in Germany claim they are facing a shortage of professional talent. Но вот в 2010-м 70% немецких предприятий столкнулись с дефицитом высококвалифицированных инженерных кадров. So the Nobel Prize on Economy for 2010, the year 2 years ago. Значит, вот в 2010 году Нобелевская премия по экономике was granted to 2-3 professors. Было вручено 3 профессорам. Yeah, who tried to explain the phenomena in the human resource market
которые попытались объяснить феномен проблем на рынке человеческих ресурсов. On one hand, a lot of graduates cannot find a job. С одной стороны, огромное количество выпускников не могут найти свою работу. On the other hand, the industry and the society cannot find a competent employee. С другой стороны, промышленность и другие сферы не могут найти достойных кандидатов на работу. So they attribute the paradox of phenomena as imbalanced information. И был сделан вывод, что этот феномен связан с тем, что дисбаланс с точки зрения обмена информацией. Between the graduates and the companies. Между выпускниками и компаниями, то есть отсутствует нормальное информационное взаимодействие. But actually, I have a lot of data show, so the main reason probably is not the imbalanced information, but the gap between education and the industry. Но в то же время существует много данных, что это не только такой информационный вакуум между выпускниками и работодателями, но прежде всего это проблемы взаимодействия заказчиков индустрии с образовательными учреждениями. I already talk about this comparison. You know, in China we have a great shortage on software engineers, but still our graduates from IT discipline in the university or college among the top 10 highest unemployment with the highest unemployment rate. Вот, например, в Китае последние 3 года выпускники колледжей, университетов в области информационных технологий, которых на самом деле вроде дефицита нету большого, но в то же время они появились среди 10 самых с точки зрения безработицы, которые не могут найти, в 10 категорий вошли. A survey from the technical leader of the software engineering industry shows only less than 10% of graduates committed their requirement. И вот этот дефицит с точки зрения выводов потребителей, то есть крупных компаний в области информационных технологий, что вот эта проблема связана, что только 10% выпускников специальностей информационных технологий или программной инженерии отвечают требованиям компании. So this paradox of phenomena already indicated by a UNESCO report published in 1972, 40 years ago. Вот смотрите, сколько лет назад ЮНЕСКО уже аналогичную ситуацию отмечало в своем докладе в 72 году. It indicated for the first time in history some society are beginning to reject many of the products of institutionalized education. This shows how easily education system can become out of phase. Впервые в истории некоторые общества начинают отказываться от официального институционального образования. Это говорит о том, насколько легко системы образования могут трансформироваться. Yeah, Dr. William Wolf, the former president of the National Academy of Engineering in USA, said our society is dependent upon technology created by engineers. Engineering is changing rapidly, and I believe engineering education has to change even faster for us to maintain our quality of life. William Wolf, бывший президент Национальной академии, инженерной академии Соединенных Штатов, значит, говорил, что наше общество живет за счет технологий, созданных инженерами. И инженерия стремительно меняется, но я надеюсь, что инженерное образование будет меняться еще быстрее для того, чтобы постоянно улучшать нашу жизнь. But by comparison, the rapid development and the change of a society
and the technology and the industry. И это, значит, вот эта цитата, она показывает, как связано качественное инженерное образование с, вообще с нашей жизнью. So our education system or professional education is much left behind. И, к сожалению, наша система профессионального образования часто остается, не может выполнять вот эту миссию. So there is a huge gap between context of engineering profession and engineering education. So same thing to other area of professional education. И существует огромный разрыв между сутью, контекстом инженерной профессии и инженерным образованием. In terms of philosophy, mechanism, the teaching force, faculties, teaching method, assessment. Okay, so. Причем это связано с различными аспектами, и с точки зрения философии образования, и с точки зрения механизмов реализации связи с индустрией, то есть это фактически среда, изолированная от индустрии. И это с точки зрения самого организации работы факультетов, то есть слабый инженерный опыт и в то же время педагогические навыки сотрудников университетов. Это и с точки зрения методиков и методов обучения часто все основано на использовании учебников, причем часто устаревших, как заметил, и они на основе использования обучения посредством действия, learning by doing, и, конечно, системы оценки, что это всегда очень привязаны к теоретическим книгам, к учебникам некоторые экзамены, в то же время необходимо использовать такую целостную, интегральную оценку академических достижений студентов. Okay, worldwide, the best practice of a professional education is in medical education. Ну, можно, правда, обратиться вот к проблемам сферы медицинского образования как одном из элементов вот, системы профессионального образования. So this is why the Carnegie Foundation of USA published one research result 2 years ago to indicate all the engineering education should learn from the practice of medical education. И в то же время 2 года назад одно из профессиональных сообществ опубликовало выводы исследования, что если мы хотим выстроить систему подготовки инженеров, соответствующих сегодняшним потребностям, надо обратить внимание на систему подготовки в области медицины. I think worldwide probably is true in Russia and in China. All the medical school have their own hospitals for practice. Ну, например, во всем мире, в том числе в Китае и в России, все медицинские образовательные учреждения имеют отличную практическую базу в виде госпиталя или клиник. Yeah, many clinic doctors also serve as a professor to teach medical students. В то же время многие практикующие хирурги, медицинские работники, они являются профессорами и сотрудниками медицинских университетов. If otherwise, if the medical professor never see a patient, how can they cultivate professional doctor or physicians for clinic? И с другой стороны, если профессор медицинского университета никогда не видел и не работал с пациентами, как он может подготавливать своих студентов, которые завтра должны работать в клинике практически? So this is a current problem our engineering education or other professional education. The professors never being an engineer in the profession. Never. Вот здесь как раз и скрывается основная проблема нашего
инженерного образования, что профессор или сотрудник университета, может быть, никогда вообще не работал инженером. How can they cultivate the engineer for future industry? Как он может осуществлять подготовку инженеров для будущего в соответствии с требованиями рынка? They are required by the industry. И требованиям индустрии, реальным требованиям индустрии, промышленности. So, our UNESCO chair proposed five layers of paradigm for engineering education. Also, I think is applicable to all the professional education. И вот кафедра UNESCO, которую возглавляет профессор Ча, разработала и предлагает для использования вот такую многоуровневую парадигму инженерного образования, которая может на самом деле использоваться и в других в образовании других областей знаний. Yeah, the first two layers represent the goal of education. А значит, первые два уровня. No, sorry. Первые два уровня представляют цели образования в целом и цели инженерного образования. Yeah, the first two. The first one is published by UNESCO last century as UNESCO four pillars. Now it's turned to five pillars. Ну и вот как раз эти первый уровень связан с целями обучения трех основ, трех столпов, которые определяет UNESCO. Учиться знать, учиться делать. Учиться для того, чтобы существовать вместе, и учиться для того, чтобы быть, вы имеете в виду, ответственным членом общества. The new one is to learn to change. А теперь okay. Еще вот их кафедра добавила еще, это учиться для того, чтобы постоянно изменяться. I think this is a general goal for all type of education, including fundamental education. Это, на самом деле, цели можно приложить ко всем областям профессионального обучения, включая фундаментальные. So, the concrete goal for engineering education, we recommend the 5E engineering education model, which proposed and developed by the president of Group T, International Engineer College of University of Leuven in Belgium. Ну и вот в последнее время кафедра ЮНЕСКО использует так называемые пятиуровневые 5E модель инженерного образования, которая была разработана совместно с университетом Лёвен в Бельгии. Yeah, 5E is stand for Engineering, Enterprising, Educating, Environmenting and Assembling. Ну вот 5E это, значит, самая непосредственная инженерия, это предпринимательство, образование, это, так сказать, работа в среде, в некой экосреде, да, и это, конечно, работа в команде, то есть гармоничное соединение, сочетание, так сказать, работы в коллективе. Also, this 5E goal also reflects the requirement of industry or engineering profession. И это, конечно, полностью соответствует требованиям индустрии, требованиям рынка труда. Not only technology, not only engineering, technology, science, but also other things like lifelong learning, communication skill, and adapted to the multicultural environment and the natural environmental protection and take responsibility, social responsibility and the professional ethics. И вы видите, что здесь опять основные эти 5E связаны не с профессиональными, специальными областями деятельности, а больше с социальными моментами, такими как работа в мультикультурной среде, возможность быстрой адаптации, учет требований окружающей среды, работа в мультикультурном обществе, это социальная ответственность и работа в команде.
Okay, so how to reach the two goals? И как достичь эти две цели? We propose three strategies to reform engineering education or professional education. И мы предлагаем три подхода, три процесса для того, чтобы достичь три цели инженерного образования. Yeah, from the right, university industry collaboration. Справа это сотрудничество университетов с промышленностью. We cannot run our university in an isolated environment. Мы не рассматриваем наш университет в изоляции от окружающей среды. We have to open to the society, to industry, to adapt their need and the requirement as our goal to incorporate all the resources into our education process. Мы открыты по отношению к индустрии, мы открыты по отношению к социальной сфере, и мы всегда стараемся адаптировать и включать все требования или инновации, которые имеются в окружающей среде. So the second strategy is related to the pedagogical process. Вторая стратегия, которую мы реализуем, она связана непосредственно с образовательным процессом, с организацией учебного процесса. Simply speaking, is learning by doing. На самом деле это обучение посредством действия, learning by doing. Not learning by listening, not learning by watching, but learning by doing. Это не обучение только путем что-то слушания, что-то увидеть, а прежде всего обучение посредством действия. There are many terminology in the pedagogical world for learning by doing. Ну, существует много различных определений и терминологий, использующихся для описания этой стратегии learning by doing, обучение действием. For instance, project-based learning, problem-based learning, experience-based learning. Это и программное обучение, это и проблемно-ориентированное обучение. Okay. All related to a way to involve students in the learning process for active learning. Но все это направлено для того, чтобы вовлечь студентов в активный процесс обучения. The third strategy is internationalization, internationalization. И третья стратегия, которая используется, это интернационализация образования. That's very important in the context of a global economy. И это очень важно с точки зрения в контексте глобализации. The core of this strategy is to cultivate our students, our graduates according to international standard. И это связано с тем, чтобы привести наших студентов, качество их образования в соответствии с международными стандартами. Probably you heard about Washington Accord for engineering education. This is a national, international standard for engineers. Ну, например, может быть, вы слышали о стандарте Accord. Это является Вашингтонским. Это международный признанный стандарт с точки зрения интернационализации образования. Yeah, if you look at the criteria for like ABET in US, like Washington Accord or the accreditation system for Europe, Europe all consisted with the 10 attributes. I just show you from the Boeing company. Если вы посмотрите на эту систему или на систему аккредитации инженерных вузов, принятых в Европе, вы увидите, что в той или иной степени тогда включены там вот те 10 признаков высококвалифицированного инженера, которые я показывал вам ранее. I think this is very logic because our goal as a professional educator is to meet the requirement of the professions. Это понятно, это логично, потому что если мы работаем в системе профессионального образования, то мы должны соответствовать требованиям, именно профессиональным требованиям. So our
university or college cannot create our own standard other than industrial or professional standard. И наш университет не должен разрабатывать свои какие-то собственные стандарты, если они не соответствуют требованиям профессиональным или международным стандартам. So for the three strategies, we have many successful models in the practice. И вот под каждой этой стратегией мы имеем несколько моделей для реализации соответствующих процессов и достижения целей. So for learning by doing, we recommend the CDIO model. Для вот реализации стратегии обучения действиям мы рекомендуем использовать CDIO модель CDIO. Yeah. This is only because it's very systematic, very complete, and easy to learn, easy to implement. Почему мы на нее обратили внимание? Потому что она достаточно целостная, удобная, но главное, она легко воспринимаемая. But in the practice of engineering education, there are many, many other models of learning by doing very successful. Ну, конечно, в системе инженерного образования существует еще множество других моделей, которые соответствуют стратегии обучения действия. For university industry cooperation, we have a model called the co-op education. Probably you heard about it. It's already exists in more than 100 years, start from England. Then now about 1500 university college implement co-op education program. Ну вот, а с точки зрения средства для реализации стратегии связи с, между университетами и промышленностью, мы используем так называемую co-op education модель, которая была разработана в Великобритании. И сегодня более 50 ведущих университетов в мире инженерных ее используют для реализации стратегии. Yeah, one of the best practice is represented by the University of Waterloo in Canada. Один из лучших примеров – это университет Ватерлоо в Канаде. So for internationalization, we recommend Washington Arcor. А для вот реализации стратегии интернационализации образования мы предлагаем использоваться модель Washington Accord. But the last layer, but not the least, in the paradigm is we call the student-centered, project-based active learning by making use of advanced education technology and ICT tools. Ну, а с точки зрения вот базового уровня, нижнего уровня этой модели пирамиды, связанным с организацией учебного процесса, мы предлагаем обратить внимание на так называемые студентоориентированные, то есть учебный процесс, в центре которого находится студент, проект, основанный на проектном методе активное обучение с использованием передовых образовательных технологий и инструментария информационных технологий. So this fully agreed with the philosophy and opinion presented by Professor Harshov minutes ago. Господин профессор Ча, поэтому полностью согласен с таким вот общим теоретическим философским подходом, который был изложен в моей презентации. Что-то мышка. Cursor. There is no cursor. Мышка, она убежала. Нет. Да, вот она просто додумалась. No, it's too far. Go back. No. Okay, let me go. Problem с мышкой что-то. Problem with the technology. Yes. The last one.
Okay. Okay. Come back. So this is the student-centered active learning project that we carry out in China. For 3 years, we organized an international conference. Before the conference, within 6 months, we organized students across the discipline, across age, across the school, even across the board, okay, for project-based learning. Ну вот, наша кафедра организует много мероприятий различных, причем как внутри образовательных учреждений, так и между различными образовательными учреждениями, где как раз используются различные методики организации групповой работы, обучение основано на проектных методах на решение проблем. You see, the college student from my university have some problem to learn from the 10 years kid when they start same project but they left behind. Ну и, конечно, в начале некоторые студенты мои имели проблемы. Вот обучение в такой среде, но затем все осталось позади. You know, students work together to prepare their final presentation, or together with like a student from Tsinghua University, from my university, very high-end research-oriented university, also with some student from a vocational college. Слева здесь представлены студенты не только нашего университета, которые работают над своими финальными, над своими выпускными работами, и причем они для этого не только между собой общаются, но также со своими коллегами из других университетов и с образовательными учреждениями профессионально-технического образования. So this is a cooperation between my UNESCO chair with a Belgian company who provide software tools for a bigger company for dynamic project process control. Okay, we adapt this software tools to for project-based active learning process management. И вот, как пример взаимодействия с коллегами из индустрии, мы адаптировали систему управления, которую они используют в своих корпоративных целях, для создания системы управления учебным процессом на кафедре в университете. When so many students do project-based learning in group, you know, how can the teachers measure so huge learning activities. So without the support of ICT tools, we cannot do it. Actually, yeah. Это вы понимаете, что когда все студенты используют для в учебном процессе, так сказать, обучение основанное на проектном методе, разрабатывает огромное количество проектов, то очень трудно вручную управлять этим процессом и оценивать их результаты. Поэтому мы вот вынуждены были применить промышленный метод к управлению учебным процессом. Yeah, professors like me travel a lot internationally, domestically. How can I work with my student? Maybe the one class is 30 students, maybe across the school, across the border is several hundred students. How can I work with them and watch the process without the ICT tools? Ну, например, вот сейчас профессора, такие вот как я, как мои коллеги, они часто находятся в командировках, причем не только внутри страны, но и за рубежом, участвуют в различных конференциях, как сегодня. И без вот таких инструментальных средств управления и контроля учебного процесса просто невозможно работать со студентами. So the student and the teachers use this tool for quality control, for the time control, for cost control, for and
With the tool, you can accumulate all the data to show the contribution of the team members. Then you can access, you can evaluate the performance of each members. Otherwise, there is no way to make judgment on the performance of a student. И естественно, что студенты и преподаватели используют вот эту систему для постоянного контроля качества, количественных параметров, для оценки результатов, для общения между собой с профессорами, потому что ну, другого пути нету вот в условиях реализации стратегии, стратегии обучения, основанной на проектном методе. You know, if you do some experiments for pedagogical change, is easy. Maybe a small group, only one student, one group of students. I'm talking about 2 million students, high school graduate, inter college and university each year in China. 2 million for engineering study only. Ну вот если мы обратимся опять к области инженерного образования в Китае, например, примерно 2 миллиона выпускников и инженерных вузов, специальностей. И, конечно, можно использовать традиционные педагогические методики для оценки их знаний, но когда там работаешь с одним или там с небольшой группой студентов, но для такого огромного количества выпускников невозможно не использовать инструментальные средства оценки их качества. We used to have instruction-based teaching process, like in very large lecture hall like this, then face several hundred students, one teacher teach. But now we change the role of a student and the teacher. Student become a center, not a teacher center. Yeah. Okay. So you have to find a way to manage such a scale up learning activities. И, конечно, мы в течение долгого времени использовали традиционные модели организации учебного процесса, когда там по 700 человек в аудитории были, и преподаватель читал свои лекции. Но мы сейчас полностью от этого отказались, и в нашей системе учебного процесса, организации учебного процесса, мы используем только модель, ориентированная на студента. То есть студент находится в центре учебного процесса. И это как раз и есть изменение ролей вот в рамках стратегии Learning by Doing. So one of our member of the board, my UNESCO chair, is called MyCos Education Data Collection and Analysis Company. So the follow up the graduates for the past 5 years to collect all the data. Now the sample become like 1 million per year. They collect all the e-survey. So very successful. So only with the support of ICT tool, we can do this large scale survey. Otherwise, no, it's impossible. Одна из организаций, которая входит в сеть, которая возглавляет кафедра ЮНЕСКО, это корпорация MyCos. Они занимаются как раз сбором данных для оценки карьерных траекторий выпускников инженерных вузов. Okay, so in one of the higher vocational institutes in Ningbo, we have like 150 square meter big classroom. It's not a traditional classroom. You can see students sit not a regular chair, only those comfortable things. They easy for them to turn around to discuss with other people, other students. Also, this learning by playing. Вот тут еще один пример такой методики обучения посредством игры в Ningbo политехнике. Вы видите, что там совсем другая среда. Причем, это я уже от себя дополню, я тоже смотрел, что и для инженерных дисциплин они используют некоторые игровые методы.
Also, peer instruction among students. They teach to each other, learn each other. Ну и вот еще это так называемое обучение, обучение своих сокурсников, то есть студенты сами являются инструкторами, то есть как бы выступают в роли преподавателя для своих сокурсников в рамках учебного процесса. Okay, this is remote interaction with professors. The student in Ningbo interact with Professor Ku, my advisor from Tsinghua University through internet. А это вот пример взаимодействия с другим университетом, когда профессор с другого университета общается со студентами кафедры профессора Ча. Oh, I have a short video. I don't know, maybe I run out of time already. Небольшое видео есть, но если вот... So actually, this illustrates they call the extreme learning process carried out in Tsinghua University, the number one engineering school in China now. Вот ведущий университет, это ведущая научная образовательная школа в Китае, в области подготовки инженеров, они используют вот так называемый такой процесс, учебный процесс, основанный на модели, когда студент находится в центре обучающего процесса. Yeah, probably I need my sticker. So this is like the file. Later, okay. Мы покажем этот. Yeah, briefly, this process just to show the student how potential they have. Within 4 days, 80 hours of project, students work together on the project. Not only develop a technical product, also business plan, feasibility study, those things that they have to develop for the final result and the final presentation. And the results will be judged by the investor company. И, you know? Вот эта модель, она основана на том, что студенты максимально вовлечены в течение нескольких дней сначала на разработку проектов, а потом и на представление этих проектов, причем в эту модель вовлечены также и представители работодателей, которые оценивают результаты проектирования. So Alexander just showed this cartoon is one of my favorite. I borrowed from him. Actually, our chairman of the board of ITE said that there's no evidence that one learns better through ICT if the pedagogy model of school doesn't not ready for ICT. I fully agree with this. Ну и вот демонстрирует картинку, которую позаимствовал из моей презентации, и хочет процитировать слова председателя Совета управляющих нашего института в том, что нет доказательства тому, что обучение с использованием ИКТ проходит лучше, если педагогическая модель образовательного учреждения не готова к применению информационных технологий. This is why I spent so much time on my speech talk about the reform of the education. Поэтому я и, может быть, больше времени уделил сегодня именно проблемам, связанным с реформированием системы инженерного обучения. Yeah, if you don't change the instruction-based classroom teaching method. Если вот вы не поменяете модель учебного процесса, основанную на вот таком лекционном взаимодействии преподавателя и студента, то... But the information only flow from professor's computer to student's computer. То это фактически с использованием ИКТ приведет к тому, что если раньше информация и знания передавались из головы профессора в голову студентов,
то здесь просто будет из компьютера профессора передаваться в компьютеры студентов. Yeah. Это неправильно. Both sides don't pay attention to what is going on. И обеим сторонам этого учебного процесса совершенно все равно, кто чем занимается. Even worse than before, without the ICT. Это все то же самое, что было и раньше. At least the professor should pay attention to what they write on the blackboard, and students have to take note. Это будет все то же самое, когда студент мелом на доске, преподаватель мелом на доске писал, а студенты все переписывали, не понимая, что происходит в книжку, в свои конспекты. Okay, this is a policy briefing published by UNESCO IITE, the institute. Probably you have the copy. This is co-authored by my advisor, Professor Gu from Tsinghua University and myself. Ну вот эта аналитическая записка, которая у вас есть на английском языке, которую авторами которой является профессор Ча и его коллега из другого университета. Okay, in this article we indicate the individualized learning process has to be supported by ICT tools. И здесь подчеркивается, что индивидуализированное обучение должно осуществляться с помощью ИКТ. Комплексное управление педагогическим процессом должно осуществляться с помощью ИКТ. И ровно так же, как подобно гибким производственным системам. Yeah, if education is a process, if you want to the results of the process to meet the requirement of the personal need of a student. Okay. С одной стороны, конечно, учебный процесс должен отвечать требованиям студента. This is very similar to manufacturing process. Right now we have to make our product to meet the requirement our preference of our customer. Но в то же время, так же, как вот в системах гибкого автоматизированного производства, необходимо, чтобы конечный продукт соответствовал требованиям заказчика. This is why we have to introduce a computer integrated manufacturing system into our manufacturing, to the factory, for a flexible manufacturing. Поэтому мы также используем, активно используем вот системы управления гибким автоматизированным производством. I think this is can explain the relationship between ICT tools and the mechanism of activities. Это, по-моему, явно как раз иллюстрирует механизм, который должен быть реализован для связи учебного процесса с информационными технологиями. I will go quickly about the CDIO. Actually, we really run off the schedule, right? Yeah. Behind the schedule. Ну, мне не хотелось бы очень. Maybe a couple of minutes. Okay. Быстро представить вам модель, наверное, с которой вы уже сталкивались. Это CDIO. CDIO is an abbreviation of Conceive, Design, Implement, Operate, which represents the life cycle of engineering project. Это модель такого реализации инновационно-образовательного процесса «Придумай, спроектируй, реализуй, управляй». The engineering project could be a product, a process to make a product, a system to make a product and a service of a product. В то же время она основана на таких понятиях, как сам продукт, результат труда, процесс труда, система и обслуживание. So, the CDIO model consists of 12 standards, principles. Yeah, 12 standards. Да, значит, модель CDIO основана на 12 стандартах. The first one is to introduce the engineering project into education as a context. И, значит, первое – это внедрение, what more, please? Introduce the life cycle of engineering projects into education as its context.
значит, внедрить в систему подготовки инженеров требования, ну, с точки зрения контекста, что такое инженерное образование. Yeah, as I pointed out before, the problem of our education is a bigger gap between the education environment or context and the professional context. So this is why we have to introduce the real engineer project into our education as our context. Поэтому очень важно вот с точки зрения того несоответствия образовательной среды и среды реально промышленной среды, очень важно внедрить в учебный процесс реальные работы над реальными инженерными проектами. So the second step is the learning outcomes. We have to concretely, clearly define our the outcome according to the requirement of profession and discipline. И мы очень, очень важно определить результаты обучения как с точки зрения самой дисциплины, так с точки зрения предмета, так и с точки зрения будущей профессии. So the standard 3-8 is the learning plan and activities. Третий стандарт – это связан с учебными планами и с образовательной деятельностью. Yeah, related to the teaching, the learning process. Это непосредственно с процессом обучения. However, which should be based on the learning outcomes to realize that the learning outcomes as our goal. Естественно, что и учебные планы, и учебная деятельность должна быть тесно связана с результатами обучения. So the standard 9 to 12 is a skill and a evaluation. И стандарт из 9 по 12 связаны с формируемыми навыками и с оцениванием, с процедурами оценки. A skill of teachers, skill for teachers, and the evaluation for student performance also program. И здесь также учитываются навыки, которые должны обладать преподаватели, и также здесь в эти стандарты имеют отношение к оценке эффективности деятельности преподавателя, а не только студента. Finally, if we identify any problem, we have to change the process, go back to the system, like a closed-loop feedback system. И здесь мы также должны учитывать те изменения, которые может подвергаться образовательный процесс, и эти изменения должны отслеживаться на основе вот той самой обратной связи. So this 12 standard model can serve as the direction of a good practice, can do some research among scholars, also the community can share the information about the pedagogy process, also this for development, based for development. И вот эта модель, она позволяет не только организовать эффективный процесс обучения, а также оценивать эффективность работы преподавателя, эффективность коммуникации во время учебного процесса, но и также обеспечивает обмен знаниями и педагогические практики. So the standard one is the context. That means the adoption of the principle that the product, the process, and system lifecycle development and the deployment (CDLO) are the context for engineering education. Very clearly to introduce the context of engineering profession into engineering education. И это связано прежде всего с понятием принципом, согласно которого создание и развитие продуктов систем на протяжении всего их жизненного цикла является общим контекстом в развитии инженерного образования в целом.
Это то, что вот составляет как раз суть инженерной профессии, создает основу навыков обучения, позволяет более глубоко постичь основы и способствует привлечению студентов к повышению их мотивации. So, the standard tool related to the syllabus is define the learning outcomes. Ну, второй стандарт относится, связан с результатами учебного процесса и связан с учебными планами программы. Which should be validated by all the key stakeholders of engineering education, like a student, industry experts, also teachers. И, конечно, здесь должны учитываться все требования, особенности всех участников образовательного процесса, и студента, и преподавателя, и будущего работодателя. Also serve as the base of curriculum design, also the standard to judge student performance. Ну и здесь этот стандарт определяет также требования к процессу разработки учебных планов, формирования учебных программ, связанных также с внедрением новых продуктов, услуг, систем, внедрением новых технологий. И основан фокус здесь на решениях, прежде всего, а не на дисциплинах. So this is syllabus from MIT. This is third level in detail, but each item can be further detailed by one or even two levels. Ну вот, например, здесь приведен учебный план Массачусетского технологического института. Естественно, что каждый из этих разделов детализируется вплоть до конкретных учебных единиц. So this is detailed, very clear. Learning outcome that reflect the requirement of a profession in the job market, also from a discipline. Но самое главное, что этот учебный план, он связан с теми требованиями, которые предъявляет в целом профессия, ну, с учетом, естественно, связи с конкретной дисциплиной. For teamwork ability, for instance, there are 28 items. Yeah, so detailed. Ну, на самом деле, teamwork ability. Yeah. 28 items. То есть, yeah. Five layer. Значит, здесь в рамках пяти уровней детализирован до 28 пунктов, связанных с организацией работы в команде. So standard 3 is called integrated curriculum design. So traditionally we have each course is standalone. There's a big gap between courses. But student confused with so many courses how to apply all of them together to for complicated project in industry. So this is try to integrate all the curriculum together. So to get this now, teacher have to work together. Okay, not just individually working like traditional way. Значит, третий стандарт, связанный с интегрированным учебным планом, который включает в себя взаимодополняющие учебные дисциплины, и что позволяет интегрировать в преподавание личностные, межличностные компетенции, то есть те самые социальные компетенции, а также навыки по созданию продуктов и систем. И в данном случае учебные дисциплины или курсы могут быть связаны с соответствующим контестом, соответствующим контентом и результатами обучения. И этот стандарт также определяет способ интеграции инженерных навыков и междисциплинарных связей. Now Stanford is a course introduction to engineering. This is very important because in the beginning the high school graduates don't have any idea about the profession.
about the what they are going to do after graduation. So this is a very important course to train the student familiar with the profession and the course or the program. Not only by instruction of experienced professors, also let them do some simple project and go to the industry to look at then learn the culture of the industry. Четвертый стандарт связан с введением в инжиниринг. Это непосредственно вводный курс закладывает основы инженерной практики. Okay. Yeah, STEM 5 is the design implement experiences, which is in the pedagogical plan. Every student can should do. Not only design product, also realize the product. Пятый стандарт – это задание по проектированию и созданию изделий. Здесь связано с учебно-практическими занятиями по проектированию. Okay. Stand 6 relate to the workspace or the lab and the classroom. Шестой стандарт определяет требования к оборудованию помещений и лабораторий. This is a picture taken in MIT, one of the building. They show what does the classroom of 2020 look like. They ask the student to have their opinion. И, значит, вот MIT использует этот стандарт для проектирования аудиторий учебных, и в то же время у них есть связь со студентами, которые, так сказать, также говорят, что как бы как они видят вот аудитории будущего. So this picture taken by me in March, I visited Singapore, the National University of Singapore. This is one of the restaurant. You know, you see students eat here, but also working here. Ну и вот, например, в Сингапуре пример, как используется помещение столовой для того, чтобы она одновременно являлась бы учебной аудиторией. Also in the building lobby, there's a student working here. All the place have the plug to the electricity, also Wi-Fi cover. Также в холлах созданы все условия для того, чтобы студенты могли спокойно подсоединиться к сети и работать. So this is one of the integrated space for theoretical and practical learning. The student and professor work together on project. Это пример универсальной лаборатории, такое интегрированное пространство для теоретических и практических занятий. This is a typical classroom nowadays in the National University of Singapore. It's not a fixed chair, student only sit to fit the blackboard. This is very flexible. Okay. Технический университет. Also equipped with ICT tools. Где нет традиционных, так сказать, там, кафедры и рядов студентов. Здесь все для групповой работы. So this is Professor Gu's office in Tsinghua University, which designed by his student is with ICT tool support everywhere, even it's so small. Ну вот, пример, кафедры в университете Тсинхуа, который также, кафедра может использоваться для работы со студентами. So stand 7 is integrated learning experiences. Седьмой стандарт – это интегрированный учебный опыт, интегрированный учебный. Yeah, should combine theoretical study and engineering practice in one process. То есть стандарт, который позволяет объединять практические знания с полученными теоретическими знаниями. Stand 8 is active learning. It's a very important field of pedagogical area. Yeah. Стандарт восьмой это определяет параметры активного обучения. Standard 9 is enhancement of faculty skill competence. Девятый стандарт связан с повышением компетенции профессорско-преподавательского состава. I think there is the main two main
weakness of our teacher nowadays. Why is the lacking engineering practice? И этот стандарт как раз позволяет решить тот вопрос, который уже упоминался, недостатки практически инженерных знаний, навыков, опыта наших профессоров и преподавателей. So another is the pedagogical training. Десятый стандарт – это другая сторона профессиональных компетенций преподавателей, это повышение преподавательских. I think that's a worldwide phenomenon. For instance, in United States, in China, the high school teacher require pedagogical training, but the professional school, that the teacher don't need. They just finish the PhD, they jump to university, become a teacher. Ну, проблемы даже и в Соединенных Штатах есть, что когда, допустим, выпускник педагогического колледжа получил знания и тут же идет на практическую работу, так сказать, не имея никакой практики. Да. So we have to adopt many measures to reinforce the competence of teachers in these two areas. Поэтому очень важно вот для того, чтобы обеспечить поддержку вот этих двух сторон педагогических компетенций, теоретическую, педагогическую и практический навык. Yeah, standard 11 is to how to assess student performance. Usually we only have a closed book theoretical examination. It's not enough. 11-й стандарт, связанный с процессами оценивания знаний и умений, которые получили студенты. We should have many ways to truly evaluate student ability and the performance of learning. Здесь надо использовать как можно больше различных подходов для оценки усвоения знаний и получения навыков студента. The last one is academic program evaluation. И 12-й стандарт связан в целом с оценкой всей программы по всем 12 перечисленным стандартам. It should be an evidence-based evaluation, aim at continuous improvement of the learning process. Здесь оценка связана со всеми категориями, со всеми участниками учебного процесса, студенты, преподаватели и другие ключевые участники с целью непрерывного совершенствования образовательного процесса. And all key stakeholders should be involved in the process. И здесь должны все участники процесса образовательного быть включены. Okay, probably I don't have time to introduce some cases. But the last one, I would like to borrow a famous statement from Professor John Dewey. He said, if we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. Да. Ну, я хотел бы в заключение процитировать, что если мы сегодня обучаем, как мы учили вчера, то мы на самом деле лишаем наших детей завтра, завтрашнего дня. So we must continuously improve our professional education. Мы должны заниматься совершенствованием системы инженерного образования. Yes, thank you for your attention. Спасибо. Sorry for the delay. Too long, probably. Извините, что немножко долго увлекся. Yeah. Okay, any question? Я думаю, I think the question should be during the coffee. Я думаю, мы должны сделать небольшой перерыв, и там можно задать вопросы профессору Чан. Окей. Thank you for your translation. Normally, it needs two person for this. Yes, yes. Я тебе не буду переводить. Oh, another calls. Я просто переводил сейчас профессора. Да, но мы хотели заглянуть к вам.
Да. На английском. Я просто вообще еле живая, я сижу, я прямо в роддоме. Ты ж пойдем погреемся, хотя 5 минут, а? А то мне это
Родители умерли.